Играем мы в классический Game of Scoot. Все легко. 5 букв, 2 попытки на повторение, 1 попытка на загад. На последнюю 3 попытки и есть маллиган. Первая фигура для загада будет у нас стол. Кто загадывает первым? Суефа, Суефа. Он загадывает первым. Я гадаю Хилл Киклис. Я повторяю этот трюк. Я гадаю раскаточный такой трюк. Вип на бар. Он не выполнил свой трюк, я гадаю from right. Фу! Привет! Я, конечно, больше по опа фронт брою, но я постараюсь выполнить. Я выполнил, я гадаю ему трак на бар. Я не буду выполнять данный трюк. Счет у нас 1-0. Мы переместили жесткий спайн. Гадаю брейв скат. Я, конечно, не думаю, что я выполню этот трюк, но я попробую. Будешь брать маллиган? Счет 1-1. Два бара в этом спайне. Я выполнил. Гадаю 3 випчика. Я гадаю. Поехали. Я попробую сделать этот трюк. Я не буду выполнять этот трюк. Счет 2-1. Переместились в квотер. Я гадаю ему Umbrella VIP в квотере. Блядь, зажал. Я не буду делать этот трюк. А пока Сева занимается какой-то ерундой, я хочу ему загонать Oppo Fibble 270 вот на этом коупинге. Счет уже 2-2, ничья. Я не буду выполнять данный элемент. Я гадаю from break water. Я попробую это сделать. За дела, народ? Снова 3-3, ничья! Перешли на подкат столика. Если я на стол гадал трак на бар, то на подкат надо что загадать? Просто трак. Данный трюк не делал давно, но я постараюсь. Вторую брать будешь? Нет, я не буду делать. А счет у нас уже потихоньку приближается к концу. Счет 4-3. Гадаю Амбреллу. Но. Честно, трюк для меня не из легких, но я постараюсь его сделать. Ну что, настал твой черед, маллиган. Счет уже 4-4, осталось по одной букве. Я думаю, игра уже затянулась, поэтому я гадаю Севе хил на бар. Я думаю, у Севы с этим трюком будет некоторые проблемы. Пойдем посмотрим. Как вы уже поняли, я выиграл этот скут со счетом 5-4. Сева проиграл, но хорошо боролся. Поддержите его в комментариях. Я проиграл. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Подписывайтесь на этот хороший, лучший канал, где выкладываются качественные, хорошие видосы. И всем пока. Друзья, ну что, победитель получает от меня вот такой лонслип Урама. Разворачивай. Надень. Куда на шлем? Снимай шлем, одевай. Давай. Что, в следующий раз выиграешь? Да, в следующий раз выиграю. Данный человек хотел получить, точнее купить шмотку Урама, но
Иногда есть такие нюансы, вот как я писал в своем телеграм-канале, пишите предложение о том, что вы хотели бы предложить для моего канала, поснять какой-нибудь контент. Ребята сыграли Game of Scoot, я надеюсь, что там все круто получилось, я еще не проверял, но победитель от меня получает вот такой вот меч. Не забывайте подписываться на канал и на телеграм-канал. Можете, кстати, инстаграм, я тоже не против. Я все отмечу в описании. Ребят, тоже отмечу их инстаграмчики у себя в описании под этим видосом. Обязательно чекните, посмотрите, что они умеют. Ну и не забывайте, комментарии, пальцы вверх. И всем удачи, мы погнали. Пошел по комнате, дымок. Сейчас реально курнули.